Ревизор в Одессе. Когда-то в 2011 году, еще в первом сезоне, команда Ревизора не смогла попасть на кухню фастфуда «Жарю-парю». Никого не впустили и вызвали автоматчиков. Сегодня мы попытаемся попасть в этот ресторан повторно. У першому сезоні команду «Ревізора» зустріли вельми непривітно. На кухню не пустили. А на додаток ще й вперше в історії програми взяли в заручники. Оксана, дай ключ! І службу охорони викликали. У повному озброєнні. З автоматами. З автоматами в 21 столітті? Ми тоді тільки починали. І проти зброї виявилися безсилими. Покиньте, пожалуйста, помещение. Команду «Ревізора» Силоміць відправили із закладу. Сьогодні ми попытаемся попасть в этот ресторан повторно. А тут несподіванка. Кафе «Жарю-парю», улица Греческая, 45. Этот плачевный адрес переезжает по адресу Жуковского, угол Александровский проспект. Но, по крайней мере, спасибо, что оставили адрес. Значит, я иду туда. Не гаючи часу, вирушаємо за новою адресою. Здрасте. А где у вас кухня? Там? Да. Прекрасно. Поки що ніяких перешкод. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. А как зовут вас? Галя. Галя, а вы кем здесь работаете? Повар. А кто старший повар? Я. Вы? Те, що треба. Я пришел к вам на ревизию. Довольны? Недовольны? Нет. Испуганы. От и чудово. Давно ли открылась «Жарю-парю» вот здесь? В марте. Так еще свеженькая совсем. Да? Вы пока готовьте тогда, а я буду осматриваться. Здесь готовую еду поставили на полке. Вот здесь жареные битки. Еще теплые, остывают. Между прочим, полки стеллажей затянули пленкой, и пленка... Не дуже чисто. Тут остывают еще одни котлеты, вот эти уже прикрыли. Формы пока что вижу, что все чистые, но посмотрим дальше. Супы не в почете. Первое блюдо поставили на такую маленькую подставку в самом низу. И ничем не накрыли. Это практически уровень полости. Легко зацепить ногой, что-то упадет из одежды. Или тут же рядом, далеко ходить не надо. Вот лежат личные кошельки, вещи, мини-аптечка и сигареты. Все же может упасть в суп. Але, здається, никого это не хвилює. Посмотрим, что в паракомплект на мате. Если у Малевича был черный квадрат, то в Одессе есть черная гарь в «Жарю-парю». Смотрите, еще одно современное искусство. Картина из жиру и кептелы. Шутки шутками. А вот такой гари на подносе быть не может. Это мы специально знаем, чтобы не капало. Мы когда жарим круассаны, они капают. Да я понимаю, но его все равно надо мыть. Ну а что вы такой? Значит, погано мыть. А что здесь такое стоит у вас? Это разморозка. Это разморозка? Это куриные фрикадельки. Да. Стикер есть 2.08.23. 23-го года, у нас сейчас 15-й еще. Гости из майбутнього. Это через 8 лет наступит, август 2023 года. Это шеф-кухня была. Да я досмотрю, да. Алиса Селезнева работает на кухне. Здесь 5.08.13. А це прибульці з минулого. Вы открылись только в апреле. Как же у вас 13-го года куриное филе? Сейчас 15-й год, Галина. Может, у них там ошибка. А кто клеит стикеры? У кого у них? Это они вам поставляют полуфабрикаты? А вас не цікаво, что означают эти дивні даты? Второй параконвектомат, который можно залезть лицом, как в сказке про Иваса Котелесика, засунули и зажарили. Так вот, кого-то здесь уже зажарили, ну, и не помыли. Рабочая грязюка. Но плита здесь в рабочем состоянии, но идеально чистой ее тоже не назовешь. В принципе, мыть нужно лучше, потому что остается гарь. А рядом сковорода, на ней уже какой-то старый жир. Посмотрите, какая она уже, сколько на ней. С апреля столько гари. Давненько же ее не мыли. Проверю вытяжку. Как часто вы ее моете? В ней внутри. Есть немного жира, но жир свежий, янтарного цвета. Вот совсем чуть-чуть.
А вообще, вот вожу руку изнутри, вытяжка чистая. И снаружи на ней тоже совсем немного пыли. Так и мыли. Что творится в жироуловитель? А это что за окаменелости из жира такие? Я как археолог, знаете, который гробницу открыл, нашел что-то и думает, интересно, это мумию или просто говно? Извините. Но что же у вас жир так застыл? Его же там легко достать, жироуловители. Там вымыты забыли? Жир аж затвердел. А как у вас генеральные уборки проходят? Как часто? У вас суббота, да? Вы, наверное, не любите субботы. Сейчас посмотрим, что с субботы осталось под плитой. Картофельная долька с куском целлофана. Маленький кусок цветной капусты. А эта картошка уже давно лежит, она уже даже заплесневела. И вон волос чей-то длинный. Просто если у вас уборка только раз в неделю, этого, видимо, я мало. Я имею в виду генеральную уборку раз в неделю. Но генера... а каждый день убирать. Вот это не вчерашний картофель. Ну, это можно. Вот, нагоняй ей надо сделать. Кухня же ваша. Ваша. Вон, кстати, муха у вас бегает. Смотрите по полу. Не таракан, слава богу, но муха. Полетела. На котлетки не прикрыты. Чи м'язкому борщику стане? Мало, например. Но все равно одна муха – это уже беда, а много мух – это смерть вообще. До холодильника. Контейнер, он у вас накрыт, в нем это свекла на борщ. Да. 5.08, стикер есть. Хорошо. А чего ж полки такие ржавые? Лушпынем обсыпается. Нужно уже поменять эти полки вообще или перекрасить. Потому что, не дай боже, отпадет куда-то в еду. Вот куриное филе. А стикер где? А, кстати, смотрите, судок течет. Не, не течет, просто холодильник подтаял немножко. Да, холодильник тает у вас хорошо. Его, кстати, надо разморозить. Смотрите, сколько здесь снега. Слушайте, этому холодильнику нужен мужик. Мастера надо вызывать. Салат. А стикер где? Ну, Галина. Ну, так же нельзя. Я забыла свой. Самое сегодня, как раз, когда ревизор пришел. Давайте проверим, что творится на холодильнике сверху. Здравствуйте. Вы кто? Я управляющая сети кафе. Вас как зовут? Мария. Очень приятно. Вадим Абрамов, ревизор. Я вижу, Вадим Абрамович. Абрамович, я сказали, да? И Романович, скажите, нет, да? Я... На яхте приплыл в Одессу. Смотрите, на холодильнике пыль, и вот муха сидит. Еще один холодильник. Где у нас стикеры? Цветная капуста, уже отварная. Она в пленке. Стикера нет. Когда ее сварили? Должны были сегодня варить. Должны были. Этого не знаете вы. Этого не знаю я. И более чем уверен, повар тоже, возможно, не помнит. А вас, кстати, как зовут? Надежда. Управляющая этого всего. Еще одна. Богато же у вас керевников. Сметана. Согласна. Смотрите, испачкался. Вот. Вы все знаете. Знаете, але чомусь не робите. Здесь зелень. Это букет петрушки. И пахнет он... Извините, можно я вас попрошу понюхать? Я знаю, как он пахнет. Ну, чем? Гнилью. Да? И так много петрушки у вас сгнило. А потому что неправильно хранят. Ну, так надо списывать. Она спишется. Коли полностью сгниет. Чего они до этого не списывали? Подождите, она сгнила не сегодня с утра. У вас вроде бы все разложено по суткам. Вроде бы даже вы и товарное соседство пытаетесь соблюдать. Но обязательно стикеры и никаких порченных продуктов. Порядок, девочки, на кухне. Порядок. Вот печеные в духовке баклажаны. Стикер есть 6.08. Баклажаны не накрыты. Но баклажаны стоят рядом с маффинами. Та и маффины обаяк прикрытие. На маффинах стикера почему-то нет. Непонятно, что за избирательность. А вот. Так, брудная ганчірка поряд із готовою їжею. Нічим не прикритою. На кухні ревізор все побачив. До зали. Розкажу вам про інтер'єр нового жарю-парю на Олександровському проспекті. Окна огромные, за счет окон здесь очень светло и зелено, потому что деревья зеленые в полном цвету в Одессе в августе. Стулья мягкие, хотя спинка металлическая, напоминая гитару. На гитаре. И стулья
чистые снизу и чистые там, где вы садитесь мягким местом. А жуйки є? Жвачки есть. А вон салфетка валяется. И за этим должна следить уборщица. Вешалка – это прикрученные ложки. А подносы, интересно, у вас забирают или нужно самим относить? Это не ваш поднос? Это не мой поднос. Вот. Надеюсь, что его уберут сейчас у вас. Надеюсь. Ну, вам тогда приятного аппетита. Спасибо большое. Здесь никого нет. Вот стоит грязный поднос. Раз. Вот стоит грязный поднос. Два вместе со стаканами. Вот стоит грязный поднос. Три. Сюда никто не заходил и не убирал эти подносы. Вообще. Вы же управляющая рестораном. Да. Да? Идемте, я вам кое-что покажу. Вы же управляете. А посмотрите, что у вас здесь дальше творится. Да, здесь стали клиенты, не успели еще убрать. Но послушайте, здесь три стола резко встало и вышло? Нет. Но за этим должны же следить? Должны. Да, конечно же. Но и где человек, который за этим следит? Девочки всегда успевают. Мне немножко сейчас разволновались, поверьте. Так ревизора злякалася, что прибирать забывают. Мы никого не звали, вы видите? Просто я немножко девочки в маленьком шоке. Они бегают как черт. Одну бджилку маю бачимо. Где у вас уборная? Хорошо. Там? Да, проходите. Все, я тогда уже сам пойду. Пожалуйста. Спасибо. Разграничение на мужской и женский пол происходит так. Нож и вилка. Я так подозреваю, что нож, наверное, это мужской. Туалет. Фиолетовые двери, фиолетовая плитка. Все фиолетовое. Я надеюсь, что не всем все фиолетово, особенно уборщица. Чистота. Но на двери пыли нет. Туалетная бумага в дозаторе. Есть накладки на сиденье унитаза. Мусорное ведро. Заполнено уже по самое не хочу. Его надо опорожнить и поменять пакет. На полке над унитазом есть пыль. Крышка белая, без подтеков, без разводов. Под крышкой тоже чисто. А вот под сиденьем следы того, что кто-то сходил по малой нужде. Унитаз сливает. Ёрш. И он, кстати, чистый, новый. Туалет светлый, чистый. Новый. Есть график уборки общественных туалетов. Сколько сейчас времени? На улице светло еще. Андрей, дай мне часы. Сейчас времени 6 часов 40 минут. В 6 была уборка, закончилась в 6:15. И секундочку. Уже случилась уборка и в 7 часов вечера, и в 8 часов вечера, и в 9. Прибиральниця на сьогодні роботу закінчила? Уборщиця наставила підписи і слиняла. Руководство на місці. Ніхто не перевіряє. Кран, кстати, надо давно уже отмыть. Ну вот, весь в нальоті. Уже зеленіє. Від образи на прибиральницю. Вода горяча є. Пена в дозаторі. А ще є антисептик. І продезінфікувати руки теж можна. О, такая спиртяка. Тому и дезинфикуя. Сушка работает. Кстати, после спирта руки сохнут быстрее. А, все, стерильно чисто. Руки помыл, туалет чистый, пойду попробую еду. Я, как всегда, достану поднос откуда-нибудь из глубины. Проверим, насколько чистый этот поднос. Поднос чистый. Возьму его себе. До замовлення. Нет, со сладкого начинать не будем. Что у нас здесь? Салат, яйца, фета. Муха сидит на фете. Сидит и потирает лапы. Від задоволення. Наїлася ж. Пошла вон отсюда. Что вы так измученно идете ко мне? И обреченно. Нет. Нет? Вас как зовут? Что у вас из первых блюд сегодня есть? Борщ украинский со сметаной. Стоит 15 гривен. Порция 250 граммов. Гороховый суп. 15 гривен, 250 граммов. Окрошка за 18 гривен. Давайте мне борщ украинский со сметаной. А ложечку укропа? Давайте. А вы забыли или пожадничали? Нет, просто укроп у нас идет бульоном. С укропом борщ будет хорошо. А ведь красивее так стало, да? Да. А у вас уже горячее пошло, да?
Куриная котлета с зеленью, 18 гривен, вес 80 граммов. Можно мне одну котлету? И давайте мне, наверное, картофельное пюре. Это классика с котлетой. Угу. А, кстати, сколько стоит картофельное пюре? 10 гривен. А вы не взвешиваете его? Нет. Уже привыкла, уже знаю все. А здесь точно есть 200 граммов? Может, чуть-чуть даже больше. Могу вам взвесить, показать. А у вас есть весы здесь? Да, конечно. Я как раз и проверю. Тарелка по нулям. И ставлю порцию. Котлета весит 80 граммов. Куриное пюре 200 граммов. Итого 280, здесь вес 377. На 100 граммов больше. Здесь по ходам отпускают. До кассы. И перед тем, как возьму приборы, я все-таки проверю чистоту. Очередь я пока не создаю никому. Вот лежат ложки. И ложки вымытые все. Возьму одну себе. Вилка чистая. Да и нож первый попавшийся тоже чистый. Сахар, соль. Соль вы за деньги продаете? 25 копеек. Соль за деньги. Бизнес по одесскому. А зубочистки почем? Бесплатно. Тогда я возьму упаковку зубочисток, вот такую, а соль брать не буду. Бизнеса на Вадимові не зробишь. Сколько с меня? 43 гривни. А чаевые оставляют? Нет. Не оставляют? Возьмите, пожалуйста. 57. Приятный аппетит. Я возьму 50, а 7 гривен я оставлю вам чаевые. Спасибо вам большое. Не надо. Ну, это нормальная практика оставлять чаевые в ресторанах и фастфудах. Мы их не возьмем. Не-не-не-не. Вы оставьте, вы поверьте. Сейчас в кухне очень сильно обрадуются, когда узнают, что начались чаевые в заведении. Вот. Спасибо вам большое. Приятно. А я сяду у окна вот здесь. Але куштує ревізор завжди у присутності кухаря. Подходите ко мне, Галина, не бойтесь. Вам нравится ваш борщ здесь? Я думаю, что да. Ну, давайте попробуем. Как для борща за 15 гривен, и как для борща вообще. Он очень вкусный. Да. Но, конечно, в нем не хватает мяса, а овощи не разварились, и капуста осталась целой, и свекла, и морковь. Ну, борщ мне понравился. Спасибо. Здоровья. А вот котлеты... Какое куриное мясо вы кладете в котлеты? Ну, полуфабрикаты понимаю. Угу. То есть вы даже их не делаете, только готовите? Только на два. Ну и как они вам? На четверку. Сейчас попробуем. Я бы сказал, что котлета на 3 с плюсом. Здесь очень мелко перемолотое куриное филе, и зелень потеряла свой аромат. Видимо, потому что была однажды приготовлена, потом заморожена, потом разморожена, а потом зажарена. За борщ спасибо, а за котлету не очень. Но это не вам. Спасибо, Галина, большое. Тепер ревізор готовий до висновків. Я провел ревизию в городском кафе «Жарю-парю» в Одессе. Экстерьер. Кафе «Жарю-парю» работает на Александровском проспекте 6. Оно переехало сюда с печально известного адреса по улице Греческая. Интерьер можно описать одним словом – светло. Одесское солнце проникает даже в самые дальние уголки кафе. Здесь светлые стены и живые цветы. Цены, как для высокого одесского сезона, невысокие. Однако соль вы продаете по 25 копеек. Это экономия по-одесски? Мы исправим. Мой счет 43 гривны за борщ, котлету и пюре. Я пробовал еду. В общем, вкусно. Обслуживание. Вы меня ослепили улыбками. Надеюсь, вы также встречаете и остальных гостей. Когда
Вау! Когда? И выключился свет. Юмор по-одесски. Это городские сети. Извините. Мы продолжаем. Нас выключение света не может остановить. Когда я попросил котлете пюре, то мне его отмерили на глаз и отпустили с походом. Такая щедрость... Такая щедрость может разорить ресторан. При этом гости персоналу не оставляют чаевых. Дорогие украинцы, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, благодарите персонал кафе и ресторанов. За улыбки и хорошее обслуживание нужно вознаграждать людей. Чистота. В туалете и в зале чисто, но подносы со столов нужно убирать быстрее. На кухне большой и новой, на первый взгляд тоже чисто. Но чем дольше мы там находились, тем больше находили проблем. Сковородки и металлические подносы в гаре. В жироуловителе старый окаменелый жир, при этом вытяжка сверху вымыта. Супы остывают без крышек почти на уровне пола, рядом вещи персонала. В холодильниках ржавые полки. А на них готовые продукты и стикеры встречаются редко. И, кстати, продукты надо накрывать, потому что на кухне у вас встречаются мухи. Особенность. Когда ревизор был маленьким, еще в первом сезоне, команду в жарю-парю не впустили и встретили с автоматами. По сравнению с 2011 годом, у вас однозначно стало дружелюбней и лучше. Но на кухне должен быть порядок. Поэтому пока ревизор не может рекомендовать городское кафе «Жарю-парю» в Одессе на Александровском проспекте 6. Но я надеюсь, что вы услышали все, что мы сказали. Вы наведете идеальный порядок и чистоту на кухне. Будете также улыбаться. Приезжайте к нам еще. Хорошо. Мы все уже исправили. Обещайте, что все будет идеально? Да, конечно, приезжайте в любое время. Галина, честно? Жена клиента. Галина, пожалуйста. Все в ваших руках. Обещайте, что приедете. Однажды? Да. Однажды. До свидания. До свидания.